История пожарной службы России, Кубани и Анапского района. Сегодня прошла презентация, обновленная после реконструкции выставки в Центре противопожарной пропаганды. На ее открытие были приглашены сотрудники подразделения МЧС, ветераны пожарной службы, учащиеся кадетских и казачьих классов и просто все желающие. Помимо функции образовательной, уверены ее организаторы, она станет хорошим подспорьем в профилактике и предупреждении чрезвычайных ситуаций. Эта экспозиция имеет большое значение не только для тех людей, которые живут на территории Анапы, но и для приезжающих из различных регионов России, поскольку многие жители нашей страны часто видят наше ведомство несколько с другой стороны, со стороны крови, со стороны каких-то негативных, может быть, моментов. А здесь мы даем весь спектр динамично развивающегося ведомства. Вы знаете, у нас такой девиз в МЧС – предупреждение, спасение, помощь. Поэтому любой пожар легче предупредить, чем потушить. Поэтому мы свою работу нацеливаем на что? Это работа с детьми, уже начиная с детсадовского возраста.